Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне LG Wing сбросить настройки до заводских с помощью настроек. Заходим в настройки, опускаемся вниз, система, нажимаем перезапуск и сброс и нажимаем последний пункт сброс настроек, там где написано удалить все данные. Важно, как было сказано ранее, удалятся абсолютно все данные с вашего устройства. Все будет сброшено, ваш телефон будет как новый. Если вы согласны, нажимаем «Сбросить настройки телефона», вводим пароль и нажимаем «Удалить все». Нажимаем еще раз «Сброс» и ждем. На этом все. Как вы можете заметить, все настройки были сброшены до заводских. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!